О потерях на войне говорить всегда трудно и больно. Еще тяжелее, когда из жизни уходят молодые бойцы, которые пошли воевать в раннем возрасте. 20 апреля в общеобразовательной школе поселка Садовая Шахтерского района состоялось мероприятие памяти погибшего бойца отряда «Легион» Владислава Чищевого, который погиб при исполнении воинского долга под Авдеевкой. Ему был всего 21 год. На встречу с учениками школы, в которой учился Владислав, приехали военнослужащие отряда «Легион» и командир батальона полковник Сергей Завдовеев. Мы, в принципе, задумывались о том, каким образом вообще освещать память нашим героям, да, и одновременно воспитывать нашу молодежь на их подвигах, да, так как это делали наши деды, ну, то есть как нас, да, воспитывали в Советском Союзе, то есть рассказывая о тех подвигах, которые были совершены во Вторую мировую нашими героями, то есть мы знали их имена, знали, как они выглядят, ну, и давно это уже, к сожалению, как сформировалась Украина с 91 года, так можно это назвать, все это было позабыто, да? То сейчас мы хотим восстановить эту традицию, но на уровне нашего батальона «Легион». Младший сержант, спасатель 3-й части обеспечения спасательных работ и эвакуации Владислав Чищевой служил в «Легионе» с самого начала образования отряда. Тогда он был простым стрелком, позже стал пулеметчиком. В марте этого года в Авдеевке завязался ближний бой. При минометном обстреле мина упала в 1,5 метрах от него, и у него просто не было шансов выжить. Ученики и военнослужащие почтили память Владислава минутой молчания. Далее было предоставлено слово сослуживцам погибшего воина. По их воспоминаниям, Владислав был добрый, безотказный, а главное надежный. Если пообещал, всегда выполнит. Человек слова, настоящий мужчина. Владислав умел поддержать и подбодрить. Поддерживал морально, умел к месту пошутить. Был силен физически и увлекался паркуром. У него была бешеная энергетика, все отлично сочеталось с его энергичностью. Он везде и все успевал. Любил мир и людей. Очень часто вспоминал школу и одноклассников. Он старался ничем не выделиться особенным таким, не старался быть в центре внимания, но всегда реагировал на любые просьбы, поручения, выполнял их очень добросовестно. На уроках химии, биологии, истории он умел вести диалог с учителем на равных, отстаивал свою точку зрения. Он очень любил и умел трудиться. Командир батальона Сергей Завдовеев сказал, «Такими встречами мы хотим подчеркнуть, что не забываем погибших товарищей. Мы рассказываем об их героизме, помогаем семьям. Подвиг наших солдат остается достойным. Вячеслав Чищевой не струсил, не спрятался. Вел себя, как подобает воину. Подвиг воина – это подвиг веры, долга и присяги». На встречу были приглашены родители Владислава Чищевого. Обыкновенный мальчишка. Он ушел. Даже так тихо, что я хотела уйти, что даже мне не сказав ничего. А потом, просто сидя мой дома, уже он говорит, мам, я, наверное, буду уходить в волчение. И написал мне смс, хотя мы сидели рядом, он написал смс, что, мол, прости, я ухожу. Ну, что я благословила его. Потому что поняла, хотя, что его не удержали. Хотя многие мои знакомые говорят, почему ты его отпустила. Но я говорю, поройте свой БТР. Если вас это получит, так моего сына было невозможно остановить. И его смерть, если честно, хочется, чтобы она была не напрасной, чтобы не зря гибли наши ребята. Сергей Завдовеев вручил матери погибшего бойца Людмиле Борисовне медаль за воинскую доблесть, которую командование наградило ее сыном посмертно. От лица батальона командир поблагодарил руководство общеобразовательной школы поселка за достойное воспитание молодого поколения, из которого вырастают такие герои, как Владислав Чищевой. Дмитрий Зиньковский, Екатерина Боева, специально для Навроси ТВ.